Вясенние рытмы. У рамках акции «Белая Русь. У будучыню разом» у Гомеле прошел суместный концерт областной организации и городских оркестров. Особливость концерта – его удельники. На сцену узнимались как профессионалы, так и аматоры. Представники разностайных предприемств у Гомельщины отримали махчимость поспробовать себе у новым амплуа и на короткий час стать артистом. Нехто таким чином здесь дитячие мары. Музычная программа стала своеобразным подарунком для жыхару региона с нагоды початку весны. Полторы годины соправдного мастерства не покинули обаяковым неводного глядача. Хотелось поздравить и мужчин, и женщин, поэтому у нас разделения нету, мы подарок делаем для всех. Для всех жителей Гомельской области, потому что к нам приехали участники со всех регионов Гомельской области. Людям предоставляется возможность выступить на большой сцене, исполнить свои музыкальные номера с настроением. Ну а люди, которые пришли к нам сегодня на концерт, я надеюсь, что мы создадим действительно хорошее, позитивное настроение, с которым они придут домой, ну и будут продолжать трудиться, жить и радоваться жизни.